хватит петь. Собственно говоря, на этой сцене свои законные места занимают музыканты коллектива, которого вы все ждете. А мы их специально приберегли для мощного финала. Мы их специально приберегли для того, чтобы вы, ну, почувствовали всю мощь их звучания, почувствовали настоящую атмосферу рок-концерта на берегу моря. Где еще, как не в Юрмале, вы можете посетить рок-концерт на берегу моря? Так, пришло. Пока музыканты настраиваются, я выполняю гуманитарную миссию. На самом деле, мы выступаем, выступаем сразу к мощному финалу. Сразу к большому финалу, в котором участвует несколько коллективов. Несколько. А пока я выполняю гуманитарную миссию, мы готовимся к мощнейшему финалу, состоящему из двух коллективов, в чем-то родственных. Сейчас мы отправляемся за еще одной порцией воды. Воды больше нет. Это самый необычный концерт, который был в моей жизни, поверьте мне. А сейчас здесь состоится еще два выступления. Два. Вы готовы? У вас есть силы? Вы хотите слушать музыку? Вы хотите встречать артистов? Мы не можем отказать вашим благородным желаниям. Артисты будут здесь буквально через несколько минут. Не скучайте. Что такое? Что? Воды больше нет. Но будет живая вода в виде музыки, которая польется с этой сцены совсем скоро. Как всегда, мы зависим от ударника, потому как от него исходит ритм, от него исходят звуки, от него исходит пульс. Пульс музыки, пульс нашего концерта. Вот уже здесь есть звуки, которые мы можем слышать. А как вы думаете, какая группа сейчас появится на этой сцене? На букву «К». А у нас сразу две группы на букву «К». И обе они будут на этой сцене совсем скоро. Знаете, должен вам сказать, что вести рок-концерт гораздо сложнее, чем вести поп-концерт. Вот у меня завтра будет возможность сравнить. Завтра же здесь будет поп-концерт с участием звезд популярной музыки. Ну, дамы и господа, люди любят разную музыку, давайте уважать вкусы друг друга. Но это будет завтра, а сегодня у нас рок-музыка! Я надеюсь, что уже совсем скоро... Уже совсем скоро все музыкальные инструменты будут настроены, и вы встретите своих кумиров. Здесь и сейчас.
Уже осталось каких-то несколько мгновений. Чего ждать? Время уже третий час, а мы еще не спим. Спать не будем? Страшно никогда.
Как дела, дорогие друзья? Ну что, здравствуй, товарищеский берег Балтийского моря. Thank you.
Спасибо. Группа Кукрыниксы! Продолжается гуманитарная акция.